Привет, друзья! Давайте с вами сегодня приготовим очень вкусную, аппетитную, нежную и легкую в приготовлении запеканку с куриной печенью и картофелем. Рецепт очень прост в приготовлении. Все ингредиенты и количество я пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Для начала нарезаю репчатый лук. Морковь очищаю и натираю на крупной терке. Далее тонкими кружочками нарезаю картофель. Нарезаю кружочками маринованный огурчик. Сюда именно подходят лучше маринованные огурцы, чем соленые. Беру куриную печень, промываю под проточной водой, удаляю лишние пленки и нарезаю ее небольшими кусочками. Для такой запеканки можно использовать не только куриную печень, а, например, взять говяжью или свиную. На предварительно разогретую сковородку наливаю растительное масло, отправляю сюда репчатый лук и, помешивая, буду его обжаривать примерно 3-4 минуты. Лук стал полупрозрачным, теперь добавляю морковь. Все хорошо перемешаю и обжарю еще примерно 3 минуты. Добавляю куриную печень в обжаренные овощи. Сразу же добавляю черный молотый перец и соль по вкусу. Все хорошо перемешаю и печень с овощами буду обжаривать примерно 5 минут. Этого будет достаточно. Главное здесь куриную печень не пережарить, чтобы она у вас не стала твердой. Беру жаропрочную форму и смазываю ее слегка растительным маслом. Первым слоем в форму выкладываю картофель. Теперь распределяю маринованные огурцы. Следующий слой – это обжаренная куриная печень с овощами. И затем выкладываю слой из картофеля. Сверху картофель можно слегка подсолить. В итоге посмотрите, какая у меня получилась красота. А теперь приготовлю заливку. В миску разбиваю одно яйцо. Добавляю сметану. Сметану можно брать любой жирности. Перемешаю яйцо со сметаной. Добавлю соль, я взяла адыгейскую, и тертый сыр, я взяла сыр моцарелла, но это не принципиально. Теперь все хорошо перемешаю и заливаю запеканку, то есть заливаю картофель с печенью. Соус хорошо разравниваю. И всю эту красоту прикрываю фольгой и отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов на 40 минут. Как картофель будет мягкий, запеканка готова. За 10 минут до готовности я снимаю фольгу и дам сверху запечься так, чтобы образовалась красивая румяная золотистая корочка. Ну что, друзья, посмотрите, какая красота у меня получилась. Готовую запеканку я разрезаю на порционные кусочки, выкладываю на тарелку и подаю к столу. Приготовьте, ведь это очень вкусно, готовится просто и быстро. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также подпишитесь на мой второй канал и заходите в группы. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне, и все у вас получится. А главное, готовьте с любовью. Всем пока-пока!